Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование архиепископа болгарского блаженного Феофилакта. Часть 31. Толкование на послание филиппийцам 1.13. То есть, хотя я и связан, но говорю с еще большей смелостью и не молчу. Но проповедь моя достигла даже до самой притории, то есть самого дворца царского, и распространилась во всем городе. Толкование на филиппийцам 1.14. Ибо когда они увидели меня в узах, то еще большую почувствовали ревность к проповеди. Комментарий Игнатия Лапкина. Такая ситуация в России во время разгула НКВД была даже немыслима. И опять же, вина священников в том, что они не приучили свою паству любить Библию и проповедь. Толкование на филиппийцам 1.17. То есть другие по любви, как к Богу, так и ко мне, проповедуют Евангелие, зная, что я должен отдать отчет в проповеди. И ради этого содействует мне в этом деле. Комментарий Игнатия Лапкина. Христиане 21 века, мысленно перенеситесь в церковь города Филиппы. Вписались бы ли вы с вашим духовным багажом и знаниями в ту церковь? Или как иноверцы и обрядоверцы выглядели бы белой вороной среди них? Вы, православные христиане, можете ли усвоить это послание лично к себе, что оно написано к вам? Можете ли сказать, что толкование этого места блаженного Феофилакта относится лично к вам, что... Цитата. «То есть вы по любви как к Богу, так и к Павлу проповедуете Евангелие, зная, что он должен отдать отчет в проповеди, и ради этого содействуете ему в этом деле». Слушайте, пастыри и посомы, грозные слова, какие прозвучат на страшном суде, когда Бог потребует дать отчет в проповеди. Православные, примите эти слова в свое сердце. Неподкупный судья будет спрашивать лично с каждого. И там уже не оправдаемся тем, что батюшки нас не учили. Каждому надлежит отдать отчет проповеди грозному судьи. Из третьего тома. Толкование на Колоссянам 1.7. Ибо он, вероятно, проповедал Колоссянам. Толкование на Колоссянам 1.14. Как же вы приплетаете тут ангелов? Комментарий Игнатия Лапкина. Послание к Колоссянам сегодня прилично озаглавить послание к православным старого и нового обряда. Просто молиться Христу колоссяне не умели. Нам трудно сказать, какими словами толковал это послание блаженный Феофилакт, но по-русски переводчики нашли очень оригинальные слова, встречающиеся в обыденной речи. Когда человек говорит, что попало, ему не верят и говорят: «Плетешь, что не нужно». Это о православных колоссянах.
Просто обращаться ко Христу считается неприличным. Написаны сотни акафистов, идут бесконечные канонизации. Психоз канонизации валом катит по объюродившей Руси. Всем хочется иметь своего заступника из своей деревни. И каждому вопиют: радуйся, и не имамы иные помощи, кроме тебя. У сегодняшних православных колосян отсутствует евангельская вера, а значит, о спасении и говорить не приходится. У них, как у греков на Олимпе, одни боги и полубоги, и это все плата за отсутствие авторитета Библии. Каждый приплетает к своей вере то, что ему кажется справедливым. Книга Судей 17:6. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Живут без царя в голове и, предвосхищая суд Божий, решают, кто же будет слева стоять, кто справа на страшном суде. Толкование на Колоссянам 2:12. Итак, крещенный спогребается Христу, троекратным погружением изображая трехдневное погребение Господа и умирая, как ветхий и греховный человек. Толкование на Колоссянам 2:20. «Вы, — говорит, — подобно детям, только что начавшим учиться, сидите, принимая научение и наставление, что должно делать». Комментарий Игнатия Лапкина. Те родители, чьи дети остаются на второй год и не показывают успехов в обучении, как они себя чувствуют? А если это не в первый раз и не с одним ребенком? Мы говорим о нормальных, совестливых и богобоязненных родителях. Разве они не будут проявлять беспокойство и искать причину неуспеваемости своих детей? Чья вина, что их дети не развиваются? Или дети больны, ненормальны, или произошли от больных дебильных родителей, или сами растут тунеядцами и хулиганами при хороших родителях? Но то, что в православной церкви паства не знает Слово Божие и, конечно же, никому не может проповедовать, как раз и говорит о недееспособности своих учителей и пастырей. Там, где исследуют Священное Писание, средний прихожанин знает Библию лучше, чем средний священник. И теперь уже не к пастве, а к пастырям относятся эти слова. «Вы подобно детям, только что начавшим учиться, сидите, принимая научение и наставление, что должно делать». Иоанн Златоуст говорит нам, православным 21 века, «Господь хочет, чтобы христианин был для вселенной учителем, закваскою, светом и солью». А что значит свет? Жизнь светлая, не имеющая в себе ничего темного. Свет не себе полезен, равно как и соль, и закваска, но приносят пользу другим. Что пользы в христианине, если он никому не приносит пользы, никого не руководит к добродетели? Ведь соль не себя только поддерживает, но укрепляет и согнивающие тела, не допускает им портиться и погибать. Так точно поддерживай и укрепляй гниющие члены, то есть беспечных и нерадивых из братьев, и избавив их от беспечности,
как бы от некоторой гнилости, соедини с прочим телом церкви. Потому он назвал себя и закваскою. Матфея 13:33. Закваска не себя заквашивает, но прочее смешение, великое и безмерное, хотя сама она мала и незначительна. Так точно и вы, хотя вы и малы числом, но будьте велики и сильны верою и усердием по Богу. Блаженный Феофилакт, как бы насмехаясь, говорит нам: вы подобно детям, только что начавшим учиться, сидите, принимая научения и наставления, что должно делать. Толкование на Колоссянам 3:16. Если мы будем богаты в познании Писаний, то равнодушно перенесем все несчастья, подобно тому, как и богач может перенести потерю в деньгах. Комментарий Игнатия Лапкина. Беды, которые обрушились на Россию в 20-м столетии, были бы перенесены несравненно легче, если бы люди верили во Христа по Евангелию. Но пришла буря, и править кораблем оказалось некому. И после кораблекрушения люди не знали, куда плыть, на чем спасаться. Подобное потрясение может повториться и очень скоро. А людей, похоже, пастыри и не думают готовить, чтобы они учились спасаться по Евангелию, всюду распространяя живую проповедь о воскресшем Спасителе. Слушай Евангелие, говорящее тебе, и святых отцов, объясняющих Евангелие. Слушай их внимательно, и мало-помалу вселится в тебя живая вера. В человеке от жительства по Евангелию является как бы естественно заповеданное Евангелием покаяние. Что значит последовать Христу? Значит изучать Евангелие, иметь Евангелие единственным руководителем деятельности ума, деятельности сердца, деятельности тела. Святое Евангелие можно уподобить зеркалу. Каждый из нас, если захочет, увидит в нем состояние души своей. И то всемогущее исцеление, которое предлагается всемогущим врачом Богом, святитель Игнатий Брянчанинов. Колоссянам 4:4. То есть, чтобы дал мне свободу, но не для того, чтобы я был свободен от уз, а для того, чтобы я сказал тайну Христову, как мне должно сказать, то есть без притворства и уверток. Комментарий Игнатия Лапкина. Сотворив человека по образу и подобию своему, Бог дал человеку поистине самый опасный, но и самый ценный дар – свободу. Сотворенный Богом человек как бы уже в день творения получил наказ: сделай свой выбор. Бог предложил человеку избрать лучшее и побуждает его к этому. Сирахова 16:16. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, прострешь руку твою. Жизнь коротка, как одно мгновение, каких-то 70 лет. И человек ежеминутно должен помнить об этом выборе, чтобы развить себя как личность в сторону добра. Бог в каждого человека вложил совесть. Есть изречение о том, что такое совесть.
что это тот участок души, через который слышится голос Божий. Поэтому, чтобы не искорежить, не зажечь совесть, человек должен думать, говорить и делать все прямо, открыто и честно, и никогда-никогда не лгать, даже в малом, даже в виде шутки. В проповеди об уничижении Христа, о том, что мир почитает безумием, нужно всегда говорить все открыто, как должно сказать, то есть без притворства и уверток. Самое большое притворство и увертки у тех, кто считается учителем, пастырем и призван учить и пасти каждый день, но совершенно не учит. Почему не учит? Если сказать без притворства и уверток, то нужно было бы прямо сказать, что мы ленивые, утробные, животолюбивые, не любим Бога и не любим паству, а значит, мы совсем не добрые, а злые, и только ищем самооправдание в своем бездействии. На суде Божьем мы все будем отвечать и за себя, и за тех, кто по нашей вине погибнет. Признав себя виновными в том, что мы не проповедуем о Христе и не показываем своей жизнью, что мы истинные Христовы ученики, мы должны сказать без притворства и уверток, что мы не друзья Христовы и не любим Его Слово. И тогда станет ясно, кто мы, если не Его друзья. А значит, и молитвы «Отче наш» и «Царю Небесный» нам будут в осуждение, как зарывшим свой талант, как сделавшимся глухими и не слышащими голоса Божия. И сказать это с истинным раскаянием и слезами, без притворства и уверток. Иоанн Златоуст грозно предупреждает нас. Подлинно никакой подвиг не может быть великим, если он не приносит пользы другим. Полезное для себя ты найдешь тогда, когда будешь искать пользы ближнего. Если ты не имеешь ревности, пищись о брате, то помни, что иначе ты спастись не можешь. И позаботься о нем и о делах его, по крайней мере, для себя. Невозможно спастись иначе, если ты упражняешься даже в высшем любомудрии, но не заботишься о других погибающих, то не будешь иметь никакого дерзновения пред Богом. Толкование на 1 Фессалоникийцам 1.6. Вы приняли слово не просто при скорбях, но и при многих, то есть с опасностями. Комментарий Игнатия Лапкина. Вы приняли слово. Эти слова апостола Павла и блаженного Феофилакта можно тысячекратно повторять во всех их трудах. Какой пастырь сегодня говорит эти слова своей пастве в храме или ином месте? Речь идет не просто о слове, но о Библии, о проповеди Христа. Вы приняли слово. И далее нам бесконечное число раз внушают страницы Священного Писания, что это божественное слово и есть именно тот талант, который преступно зарывать. Это принятое слово есть ключ к сердцам людей, чтобы они могли принять Христа, уверовать в Него и быть спасенными. Эти слова «Вы приняли слово»,
относятся только к нам, пасомым, или к пастырям тоже. Константинопольский святитель упрекает нас. Кто из вас, скажите мне, находясь дома, берет в руки христианскую книгу, вникает в ее содержание и испытует Писание? Никто не может сказать этого о себе. Шашки и игральные кости и телевизоры. Игнатий Лапкин. Можно найти у весьма многих, а книги, святые писания, ни у кого или у немногих, да и те занимаются ими не более таких, которые вовсе их не имеют, связывая и навсегда отлагая их в шкафы, и вся забота у них только о тонкости кожи, на которой писаны книги, о красоте письма, а не о чтении. Никто не говори мне этих холодных и достойных всякого осуждения слов. Я привязан к судилищу, произвожу дела общественные, упражняюсь в ремесле, имею жену, воспитываю детей, правлю домом. Я человек мирской. Не мое дело читать Писания, но тех, кто отказались от мира, заняли вершины гор и ведут такую жизнь постоянно. Что ты говоришь, человек? Не твое дело внимать Писанию, потому что ты окружен бесчисленными заботами. Нет, твое дело больше, нежели их. Они не столько имеют нужды в помощи Божественного Писания, сколько обращающиеся среди множества дел. Ибо монахи, удалившись от тожища, и его смятений, и водрузив кущи в пустыне, и не имея ни с кем никакого общения, но любомудрствуя беспрепятственно в этой мирной тишине, как бы сидя в пристани, наслаждаются великою безопасностью. А мы, которые волнуемся как бы среди моря и имеем случаи к бесчисленным грехам, во всякое время нуждаемся в постоянном и непрерывном утешении от Писания. Невозможно, невозможно спастись, не пользуясь постоянно духовным чтением. Возьми в руки книгу, читай всю историю, понятное удержи в памяти, а неясное и непонятное прочитай несколько раз. Если же при постоянном чтении не возможешь постигнуть того, о чем говорится, ступай к мудрейшему, поди к учителю, снесись с ним о сказанном. Покажи великое усердие. И Бог, видя, что ты приложил такое старание, не презрит твоей неусыпной заботливости. Но если человек не изъяснит тебе искомого, он сам откроет несомненно. Читая эти слова златословесного пастыря, мы сделаемся повинными смерти, если не исполним их, ибо зарывший талант выбрасывается во тьму внешнюю. Итак, вы слышали и вы приняли это слово. Конец 31 части.